прошлом году в Сочи построили 2 офиса врача общей практики. В июле был сдан в эксплуатацию такой ВОП в селе Краевско-Армянское. В конце декабря достроен врачебный офис и в селе Измайловка. Из краевого и местного бюджета на эти цели потрачено более 27 миллионов рублей. Населенные пункты получили, по сути, мини-поликлиники с целым набором медицинских услуг, которые теперь сочинцы будут получать по месту жительства. В этом году мы начнем строительство и закончим 2 ВОПов. Один из них в ауле Хаджикола Зарьевского района. И еще офис врача общей практики появится на улице Джапаридзе в районе 82-го дома села Пластунка Хосинского района. Да, это очень важные объекты. Они приближают медицинскую услугу к нашим жителям. Особенно это вот отдаленные населенные пункты. Поэтому надо обязательно завершить все подготовительные работы и приступить к строительству офиса врача общей практики. Работа крайне важная, отметил Анатолий Пахомов, ведь в отдаленных селах чаще всего проживают пожилые сочинцы, которым тяжело выезжать за медпомощью в город. Добавлю, что сочинские власти уже подали заявку на строительство еще одного кабинета врача общей практики. Он может появиться в поселке Орел-Изумруд.